Навіны Мінщыны на нашым канале. У студыі Сергей Манько. Вітаю вас і коротка пра галоўнае. Свята без агеньчыка. На Мінщыне ўведзена забарона на выкарыстанне піратэхнічных вырабаў і адкрытага агню на час правядзення школьных выпускных і апошніх званкоў. Жалезны патруль змагацца з парушальнікамі правілаў паркоўкі, а аўтаінспектарам в области дапамагаюць эвакуатары. Уходзяць буквально на цэлы дзень. А их транспортные средства мешают проезду других транспортных средств. Приезжает эвакуатор и отбуксирует на штрафстоянку. Музы не свежа. Старожитный город принял гостей 18-го свята мастацтва. Классика жанра. Наш репортаж. Сезон аварий з удзелам двухколага транспорту, адкрыты на Мінщыне. На выходных у Слуцку 35-гадовы кіроўца пазбаўлены правоў збіў 36-гадовага велосипедыста. У выніку ДТЗ мужчына загінуў. Яшчэ адзін наезд на велосипедыста зарэгістраваны ў Вілейскім раёне. Там 78-гадовы пенсіянер нечакана для кіроўцы легкавіка вырашыў павярнуць налева. Пазбегнуць наезду не ўдалося. Велосипедыст цяпер знаходзіцца ў рэанімацыі. На Пухаўшчыне мотацыкліст без правоў і на падпітку не справіўся з кіраваннем і перакуліўся. 42-гадовага мужчыну тяжкими травмами доставили в реанимацию. У связи с повреждением аварии с уделом двухколых транспортных сродков ДАИ в области закликаю всех удельников дорожного руху быть особливо уважливыми на дороге. Свята без агеньчыка. На Мінщыне уведзена забарона на выкарыстанне піратэхнічных вырабаў і адкрытага агню на час правядзення школьных выпускных і апошніх званкоў. Такое рашэнне прынята на нарадзе ў старшыні Мінаблвыканкама. Паводле выратавальнікаў, гэта дапаможа пазбегнуць магчымых надзвычайных сітуацый у навучальных установах. Акрамя таго, за бяспекай падчас святочных мерапрыемствах у школах вобласці будуць сачыць спецыялісты раённых аддзелаў МНС. Если рассмотреть те же самые китайские фонарики, которые в настоящее время пользуются на празднование большой популярностью, то предсказать полет этого фонарика невозможно. А как бы вся красота его заключается в использовании открытого огня. Он может полететь куда угодно и приземлиться на крыше, на балконе, влететь в открытое окно и стать причиной пожара. Жалезный патруль. Змагаться с порушальниками правил парковки аутоинспекторам в области помогают эвакуаторы. Транспортные сродки изъявились на узброении мясцовых отделений ДАИ. Так, на Нясвишчине с початку года двум десяткам уладальникам авто довелось выратовывать своих железных коней со штрафстоянки. З'явление эвакуатора на дорогах района становчо поуплывало на дисциплинованность мясцовых кіроўцаў, а вось гости города часто гребуют гостинностью Нясвіжа. Очень много водителей, которые ставят свои транспортные средства в нарушение правил дорожного движения и уходят. А у нас Нечвистский замок – это исторический объект, и они уходят буквально на целый день, а их транспортные средства мешают проезду других транспортных средств. То есть водителей на месте нет, чтобы оштрафовать. Приезжает эвакуатор и отбуксирует на штрафстоянку. Значит, ну, порядка уже 20 машин в этом году за нарушение правил остановки стоянки было отбуксировано. Чистая территория. Амаль паўтысячы стихийных звалок ликвидована у Минской области с початку года. Добраупорядкованы территории сельгаспрадпрыемства, лесного фонда, сельских советов, дорожных организаций. Кроме того, протягивается работа по вяртанні занядбалой земли у господарчий оборот. Больше за 300 гектаров палеткаў теперь знов стали урадливыми. До 1 червня основные работы по добраупорядкованию на Мінщыне повинны быть завершены. Музы не свежа. Старажытный город принял гостей 18-го свята мастацтва. Традыцыйна концертную программу форума рыхтуе Национальный академический оркестр Беларуси под кіраўніцтвам Михаила Финберга. Штогод маэстро здзіўляе мясцовых гледачоў музычными открытиями. На радзіме Радзівілу оживают мелодии старажытной белорусской музыки у новой апрацоўцы. Масштабная программа дополнена десятком інших культурных мероприемств, выставами живопису и навуковыми конференциями. Классика жанра. Наш репортаж. Еще задолго до початку феста прихильники классической музыки начали собираться у районном центре культуры. Уже у фойе отчувалося, свято отрымается. Программа 18-го фестивалю насыщена, как завжди, десятки концертов, творчих встреч, выстав и презентаций. На несколько дней наполнили классичным зместом буденное життё горожан. Инна и Алексей Короли пришли на концерт разом с сыном. С очень положительными эмоциями в качестве духовного развития, какой-то эмоциональной
эмоциональной подпитки, поднятие общего настроения, духовного уровня, отдохнуть, конечно, от повседневных будней. Надо ребенка немножко показать, что это живая музыка. И в будущем, я думаю, что музыкальная школа тоже пригодится. Жители Несвежа, они как-то все-таки отличаются немножко от жителей некоторых других городов, потому что мы родились не в Несвеже, мы не несвежане, но живем здесь уже 8 лет. И, конечно, очень уважаем этот город, очень любим его и с удовольствием участвуем во всех мероприятиях, которые здесь проводятся. Традиция музычного фесту – выстава картин юных навученцев дитячей студии «Мазыра». Сёлета творчесть школьников объединена под одной назвой – «Беларусь – центр Европы». Музыка и живопись для их – одно целое. Тому удел у фесте музы несвежа не выпадковы. Мы стремились своими работами создать настроение праздника, чтобы кому-то поднять настроение, рассказать о том, как мир прекрасен, красив. А дети – это восхитительные художники. А вы знаете, что именно детям и удается показать то, как мир прекрасен. Сусветные мелодии у подарунок Несвежу. По традиции маэстро Финберг подрыхтовал уникальную музычную программу. Оркестр оживил забытые мелодии белорусской классики. Композиции, которые гучали несколько стагодий тому и лечились остраченными, дополнили коллекцию музычной спадчины краины. Когда мы первый раз приехали, было шмат маленьких детей в зале. Зараз эти маленькие дети приводят уже своих детишек, а может даже уже, и они уже стали бабульками. Это головная справа мастаться, до кой треба всем имкнуться. И я вельми задоволен тем, что мы головную справу этой справой справились. Преступность становится, может быть, менее актуальной для этого региона. Растет число образованных людей, высококультурных людей. Я думаю, что это все связано, конечно, с проведением таких фестивалей. И, казалось бы, музыка академическая, классическая, она сложная для восприятия людей. Но когда вы побываете в зале, вы услышите, что абсолютная тишина, слышно, как муха пролетит. То есть люди научились чувствовать музыку, понимать музыку и любить эту музыку. Только живый гук и полные залы классика по-ранейшему у моде. И музы знову зберутся у Несвежи. Праз год, как музычное минулое Беларуси загучало новыми фарбами. Виктория Свирская, Сергей Манько, Сергей Курков, Минщина. Золотая труба, юная выхованка Стародорожской дитячей школы мастерства, стала одной из переможцев областного конкурса выконавцев на духовых и ударных инструментах. Мария Яромина отримала звание лауреата и привезла на родиму диплом третьей ступени. Маша всего 10 годов, але это не первая ее перемога. Профессийно игрой на саксофоне девчинка занимается всего 3 года, а тому в будущем варто сподеваться на еще не одну творчую перемогу. Раскрыть талент у девчинки здолели профессийные выкладчики. Мне нравится дарить людям радость, и там мне нравится, когда меня благодарят, когда я играю. Мы же участвовали в других конкурсах, проводил. Пусть оно не везде получается, но то, что наши дети занимают призовые места, говорит о том потенциале, который существует у нас и который мы будем в будущем развивать. И на этом у меня все. Доброго вам настрою и до встречи.